Как правильно отвечать на вопрос «Как дела?» Я думаю, правильного или неправильного ответа тут не существует, ведь здесь многое зависит от ситуации и от того, кто спрашивает. Я бы выделил здесь три основных варианта. Первый – если вашими делами интересуется близкий вам человек, родственник, друг или подруга. В общем, человек, которому вы более-менее доверяете. В таком случае можно ответить достаточно подробно, даже если дела идут неважно. Ведь из подобных моментов и выстраиваются доверительные отношения. И узнав, что у вас, например, все не очень хорошо, близкий человек сможет вам помочь, поддержать добрым словом или даже делом. Второй вариант, если вашими делами интересуется человек не близкий, но тот, с которым вы бы хотели наладить контакт. Тут, с одной стороны, желательно не сильно вдаваться в подробности вашей ситуации. Но в то же время, помимо дежурного ответа «все нормально», лучше добавить какой-то конкретный факт. Например, «все нормально, сейчас делаю отчеты по работе». Или «все нормально, вчера вот сходил на футбол». Такой ответ может способствовать развитию разговора. Ваш собеседник, возможно, поинтересуется, что это был за футбол, какие команды играли, кто выиграл, понравилась ли вам игра и так далее. Таким образом, у вас появляется больше шансов наладить желаемый для вас контакт. Ну и в свою очередь не забудьте поинтересоваться, как обстоят дела и у вашего собеседника. Возможно, там тоже есть что обсудить. Ну и третий вариант, когда про ваши дела у вас спрашивает человек, с которым вы бы не хотели особо общаться, и уж тем более не хотели бы распространяться про вашу жизнь. Вот тут уже нужно отвечать максимально кратко и нейтрально. Такими общими фразами, как «нормально», или «ну так, потихоньку», или «хорошо». И тут же дежурно и сухо прибавить: «А у тебя как дела?» Таким образом, вы сумеете соблюсти элементарную вежливость, но в то же время дадите понять, что не настроены на длинный диалог.